чтобы понять размер вот этого дерева. Это вот все дерево, это все вот этот гибискус. И вот он. Вот это все, это дерево одно. Одно. Ну, кроме пальмы. Вот это все гибискус. Вот теперь понимаете масштабы размеров вот этого гибискуса желтого. Ну и семена вот там вот сверху растут, но там физически до них не допрыгнуть.